Всем привет! Сегодня мы поговорим о 5 лучших 3D принтерах, которые подойдут как новичку, так и опытному пользователю. Не забывайте о лайке и подписке на канал, так как это очень сильно мотивирует, а ссылки на товар, конечно же, есть в описании. Приятного вам просмотра! Kingrun KP3S – это компактный 3D принтер бюджетного класса, который отлично подойдет для домашнего и бытового использования. Модель отличается улучшенной стабилизацией направляющих осей и совместимостью с любыми операционными системами. 3D принтер выполнен в строгом и минималистичном стиле. Нижняя часть устройства представляет собой параллелограмм, на который сверху крепится штатив. Материалом для корпуса принтера послужил металл и высокопрочный пластик. Машина отличается относительно небольшими габаритами и весом. Изготавливается модель исключительно в черном цвете. Слева нижней панели располагается цветной монитор на сенсорном управлении. Стол для печати выполнен из магнитного покрытия, которое облегчает снятие готовой фигуры с него. На штативе рядом с соплом закреплен вентилятор двойной мощности для обдува изделия. Металлические двойные оси способствуют более точной детализации печати. Устройство является бюджетным принтером для 3D печати, который отличается компактными размерами и высоким качеством напечатанных изделий. Улучшенная стабилизация помогает довести наложение слоев на модель до идеала. Принтер поддерживает все виды операционных систем без исключений, а также имеет несколько видов языковых настроек, которые легко можно переключить в настройках. Цветной дисплей в размере 2,8 дюймов обладает контрастной цветопередачей и четким отображением данных. Также Kingrun KP3S обладает двойными крепко фиксированными направляющими осями, которые помогают стабилизации печати и ее точности. Два охлаждающих вентилятора способствуют ускорению печати. Также большой плюс модели – это возможность работать с любыми видами пластика, а также легко обеспечит отличное качество печати с неплохими же габаритами изделия в 18 кубических сантиметров. 3D принтер FlyingBear Ghost 5 является одной из популярных моделей в бюджетном сегменте. Он работает по технологии насвоения, имеет прочную конструкцию и отличные характеристики печати. Перед нами принтер с кинематикой MakerBot, где мотор оси X перемещается вместе с осью Y. Конструкция состоит из основания, 4 стальных уголков, подвижной рамы со столом и верхнего портала с кареткой и направляющими. Особый плюс данной модели в том, что принтер уже изначально собран и настроен. Все ремни натянуты, большинство винтовых и цилиндрических направляющих установлены и смазаны. Несмотря на это, некоторые элементы придется соединять и настраивать вручную. Основание достаточно массивное и служит для размещения всей электроники, а также крепления несущих элементов между собой. Передняя часть имеет небольшой уклон с дисплеем и индикаторами для более удобного управления. Для хорошей устойчивости и снижения всевозможных вибраций подошва снабжена прорезиненными ножками. Нижняя крышка выполнена из пластика методом 3D печати и имеет вентиляционные отверстия. С правого торца выведен разъем USB Type-B для проводного подключения к компьютеру и слот под microSD карты памяти. Одна из главных особенностей обновленной модели – более тихие драйверы TMC2208 на осях X, Y с точностью позиционирования 0,01 мм, что позволяет печатать даже во время сна. Регулировка высоты подвижной рамы осуществляется ходовым винтом с трапециевидной резьбой, который крепится к мотору через резную муфту. Размеры стола составляют 275 на 215 мм. Область построения модели составляет 255 на 210 на 200 мм, что достаточно для большинства задач. Боковые стенки выполнены из пластика методом 3D печати и в какой-то степени защищают модель от сквозняковой пыли. 3D принтер FlyingBear Ghost 5 показывает себя с хорошей стороны. При сравнительно невысокой стоимости он имеет жесткую конструкцию, отличную подгонку деталей и хорошее качество печати. Большое количество руководств по сборке, апгрейду и доработке позволят вникнуть в 3D печать даже новичкам с минимальным опытом. Монохромная ЖК-матрица QuiDetach iBox Mono с разрешением 4К имеет диагональ 8,9 дюймов и позволяет печатать в камере 192 на 120 на 200 мм. Благодаря разрешению матрицы и равномерной монохромной подсветке принтер печатает модели высокого качества со скоростью от 20 до 60 мм в час и толщиной слоя от 25 микромикрон до 0,1 мм. Принтер обладает жесткой устойчивой конструкцией со стабильной геометрией, двойными линейными направляющими и шариковой передачей промышленного качества.
качества, что обеспечивает точность печати. Точность печати обеспечивается не только матрицей с 4К разрешением и надежной кинематикой, но и качественным источником света. Свет от панели, охлаждаемых ультрафиолетовых диодов, приходит через массив линз, которые делают световой поток параллельным, что исключает боковую засветку между пикселями. iBox подойдет для решения широкого круга задач, от изготовления сувениров, миниатюр и бытовых мелочей, до прототипирования для серийного производства, печати деталей для механизмов и создания мастер-моделей для литья, для ювелирного дела, стоматологии и ремесел. Свойства напечатанных изделий в большой степени будут зависеть от сырья. Длина волны засветки iBox Mono стандартные 405 нанометров, что позволяет использовать широчайший ассортимент смол разных производителей с разными свойствами конечных деталей, от гибкости до повышенной жесткости, от биосовместимости до устойчивости к агрессивным средам. Управление принтером не будет сложным для начинающего, но предоставит все необходимые функции и настройки опытному пользователю. Creality Ender 6 – это прочная машина с синими угловатыми вставками и прозрачными акриловыми панелями. Принтер частично закрыт акриловыми панелями по бокам, чтобы помочь печатать материалы с более высокой температурой. На передней стороне принтера имеются две акриловые дверцы, удерживаемые магнитами для обеспечения доступа внутрь принтера. Акриловый лист с обратной стороны изогнут для перемещения стола. Акриловая панель сзади имеет форму, обеспечивающую больше места для перемещения стола по оси Z, из-за чего задняя часть слегка выпирает из-за габариты рамы. 4,3-дюймовый цветной сенсорный HD-экран наглядно отображает всю необходимую информацию, включая состояние рабочего процесса, доступные функции и настройки. А среди интересных функций можно выделить возобновление печати, которое обеспечивает сохранение и восстановление рабочего процесса в случае перебоев с электропитанием или подачей филамента, что встречается очень нечасто и может выручить в случае непредвиденных обстоятельств. Столик выполнен из карборудного стекла, который отличается высокой термостойкостью и теплопроводимостью. Благодаря добавлению карбида, кремния, достигается более быстрое прогревание и улучшаются адгезийные свойства с вытекающим снижением риска отрыва модели от стола. Это профессиональный принтер, скорее рабочего характера, который без проблем может реализовать сложные рабочие задачи, но при наличии опыта им легко можно пользоваться и дома. Photon Mono имеет два очень хороших показателя – большую скорость печати и высокое разрешение. Сам принтер монохромный и достаточно мощный, что позволяет печатать со скоростью до 60 мм в час при высоте слоя в 0,05 мм. Принимая во внимание большой рабочий объем и тот факт, что время отверждения слоя не зависит от размера печатаемого объекта, можно сказать, что принтер имеет большой потенциал в печатании объекта в любой сложности. Еще одно большое преимущество принтера – это разрешение матрицы. Photon Mono X оснащен жидкокристаллической матрицей диагональю 8,9 дюйма с разрешением 4К. Также плюсом такого решения можно назвать то, что монохромные матрицы обычно имеют большой срок службы, свыше 1000 часов. Касаемо же конструкции, AnyCubic Photon Mono X имеется съемная верхняя крышка, которая обеспечивает легкий доступ платформе печати и ваночки для полимера. Кварцевый излучатель стал более совершенным, получил фасеточный дизайн, что обеспечивает равномерное распределение ультрафиолета. Workshop – это фирменное программное обеспечение для нарезки моделей. С его помощью можно выполнить практически все операции для подготовки успешной полимерной печати, включая создание полостей, отверстий, обрезки и много чего другого. Также этот слайсер поддерживает 8-кратное сглаживание. В завершение можно сказать, что принтер позволяет менять настройки и следить за ходом печати дистанционно. Для этого установлен Wi-Fi модуль. Вот на этом, пожалуй, и подошел конец ролика. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ссылочки на все товары есть в описании. Всем удачи и всем пока!